Выбор. Приходит время, чтобы дать ответы на все вопросы, заданные тобой, про мир, любовь, закаты и рассветы, про вехи жизни, что зовем судьбой. Стремиться к этому или искать причину нет смысла в этом самом и завет, чтоб все познать и сладость, и горчину. Пожить в миру и передать привет, что происходит с воплощенным духом, куда его по жизни занесет, или земля, что станет мягким пухом, или полет, в котором он поет, зависит, как ни странно бы звучало, от выбора, что сделан здесь и тут, на автомате лишь твое начало, а дальше сам прокладывай маршрут, тут остановка в баре, там церквушка, здесь очень круто входишь в поворот, опять квартира, там опять пивнушка, ребенок плачет и супруг зовет, вот эти пазлы мира изучения простраивают сказку бытия, а где же сказка, вижу лишь мучения, душа сопротивляется моя, а ты остановись, чтобы услышать, как сладко распевает соловей, как солнышко блестит, камышка лышит, как быстренько несется муравей, и только после суеты отмены ты вдруг увидишь, как прекрасен мир, как сказочны природы перемены, и ты вселенной дорогой кумир. Оксана Камяна, апрель 2023 года.